Без маски. Как ты думаешь, кто будет самый лучший сегодня и самый хуже? Ну, конечно, победит сегодня команда синих игроков. Проиграет красная. А лучше будет кто? А лучше будет тренер. Красная, да, тренер будет лучшая мишень, самая огромная мишень в мире. А ЦСКА когда-то играл, да? Да. Все время, всю жизнь играл почти. А как думаешь, это тебе как-то поможет сегодня? Ну, посмотрим. Пацаны! Держишь? Да! Пацаны, меня убили, плачь! Конечно. Еще играешь, да? Не, больше не играю. Сейчас другие игры немножко играю. Сейчас PUBG у нас типа популярный. Сейчас PUBG ебашит. Как вы думаете, которая команда выиграет сегодня? Ну, наша, конечно. Какой вообще вопрос тут? Изи Вин, я думаю, да. Что у нас там лор только и кэрри какие-то. Meanwhile. Сегодня, значит, мы побывали в комплексе Guns and Lasers, и это было очень весело, захватывающе, хорошая командная игра, пацаны. Все закончилось успешно, я, как обычно, лучший снайпер. Я знал, что я затащу. Ну вот, все. Значит, в этом комплексе у нас было очень интересные игры. В этих играх участвовал Саня. Саня был один из главных нападающих, который умел хорошо держать позицию, защищать флаг. Он был в основном лучшим защитником в этой команде. Также у нас был Хесбургер, это Никита Прохоров. Погонял кликуха Хесбургер. Он вообще просто хороший парень, замечательный игрок в команде. Знаете, реально дух команды, короче. Потом, значит, у нас есть медик. Медик — это самая важная часть команды. Но на самом деле он затащил больше меня. Не-не, мы с тобой наравне вообще шли. Мы с ним вообще так, ровно, тютелька ровно. В тютельку, короче. Он меня убивал, я его убивал. Но это два лучших игрока, короче, которые были, если что. Фух, shit, the build up sounds. Это был хороший. Потом у нас есть, так, Владислав Гусев. Да они тут боятся. Это кого гей? Первый есть. Ногу! Он играл под прикрытием тренера. Тут, или ну, тренер под моим прикрытием. Не, ты играл под тренером прикрытием. В конечном итоге Гусев затащил всю катку, как только пришел, все начало, короче, все меняться. Сразу он начал выигрывать, но в конечном итоге он потом потерял крах, потому что он не выдержал такого давления, потому что поменял команду. О, просто перестал итоге, бегать. Ну, выдохся. Не стреляю, у меня заканчиваются патроны, ну, боже мой, что за прикол, он не может попасть. Я с Романенко тоже стрелялся впритык, у меня патроны закончились, я перезаряжаю, чтобы башку попадать. Только, Саня, сразу бежишь, просто не останавливайся. Также у нас есть братан Арзутик. Да? Давай, что ты попросил? За Арзутика даже ничего говорить не надо. Он, ну, просто дух команды, и он всю команду тащил, как обычно, понимаете? Ну, тут просто бегал, стрелял там, давал самое главное, давал, короче, инфу. То, как, что, где надо, где кто пробежал, где, куда стрелять. Это вот, ну, чисто главное звено команды, я так считаю. Посмотри, как. Арзу, я тебе как ты меня убил там? А так мне вообще все понравилось, все было замечательно. Спасибо, с вами был Никита Романенко.
Čau, šodien pie mums Guns and Lasers parkos viesojās puiši no Ghetto Fight un spēlēja laser tagu, un ja arī tu gribi uzspēlēt, tad nāc uz mūsu parkiem Andrejos cielā 8A, Viestur prospektā 2 vai Markāna cielā 10. Un ja gribi pieteikt spēli vai uzzināt vairāk, ienāc mūsu mājaslapā www.gunsandlasers.lv. Tiekamies!